Он натирался медом, обливался рыбьим жиром, ел подорожник, натирался хреном и уже почти вырвал у Маслякова победу. Но тут поступил звонок из КГБ, и у КГБ был один единственный вопрос. А вам не кажется странным? Просмотрел эти видосы, у вас сложится какое-то мнение, вы можете, как любая иная общественная организация, пожертвовать мне на развитие тех полезных вещей, которые вы можете применить для себя.